мои хорошие, с вами Селена. Я начинаю новый влог. Сегодня 31 число. Я накрашенная такая вся нарядная, потому что только что сняла для вас на 31 число итоги и планы. Я вся на суете, мы тут с мамой вообще готовимся, убираем. К нам должно приехать один, другой поздравить. Сейчас поздравил, первым делом поздравил, господи, позвонил. Я вас с наступающим сейчас поздравляю, потом я вас с Новым годом поздравлю, все в одном влоге. Короче, позвонил сейчас первым делом брат. И сказала, я через 10 минут буду, поэтому я сразу включаю камеру, повод начать влог. Я еще монтирую видео на самом деле, вот, но сейчас брат приедет, и я подготовила тоже подарочки. Так, брату я уже говорила вам, я ему прям набрала вот 3 в одном, такие вот классные Леката. Короче, гель для душа, кондиционер, шампунь. Я ему до этого дарила, вот теперь сразу затарила его на весь следующий год. Натали я решила подарить тоже, что и дарю всем своим подругам, все самое лучшее. Гель для душа у меня здесь обалденный, вот это молочко флюид с обалденным запахом, ну и конечно же для волос супер-пупер средств. В общем, я вам все это показывала, вот, а это для Настеньки, вот, здесь у нас сердечки шоколадные. О, брат. Кто пришел? Дедушка Мороз! Дэнни, это кто пришел? Посмотри! Военная база. Какой подарок! Виталя, спасибо! Скажи, приветики. Ничего, нас... краснючие губы. Краснючие губы вообще. Скажи спасибо, Виталя. Новым годом, Дедушка Мороз. А мы тоже подарочки подготовили. Скажи, я вам тут вот в двух положил. А, и мама еще что-то бежит. А. Короче, смотри, вот это вот передаш. Вы, кстати, микрофон купили, малой? Сейчас там. Да? Да? Я прям сейчас искал там на классике. Они закрываются. Вот это, блин, будет бомба. Она просто такая фамилия катитесь. А вы ездили вообще? Там были они? На классике? Вот тут... Нет, не на классике. А вот туда мы так и не доехали. Ну, короче, мы отдаем свой, я думаю, мы еще найдем, еще возьмем. Пока, если ей понравилось. Я еще услышал розыгрыш, думаю, блин, столько разыграли, нам бы хоть один подогнали. Все, мы вам наш отдаем, мы его только вот и испробовали, он работает, все прекрасно. У нас сегодня подарков много. Да. Он включен, заряжен? Да, он заряжен, вот смотри. Обалденный микрофон. Сейчас я буду там тусовку наводить. Сегодня у вас праздник. Вот здесь включается, понял? Все. А вот здесь вот это эхо, туды-сюды. Вот здесь вот нажимаешь, и меняются голоса. Вот. Вообще, нам вот эта тема понравилась. Мы там рассказывали песни, стихи. Там. С наступающим! Ты заценил Виталикин подарок, да? Военная база. Так, не рви ничего, только смотри. Нужно будет собирать здесь все, да? Ты мой зайчик. Нравится тебе? Открывай, зайка. Смотри, сколько всего. Ого-го. Итак, подарки под елочкой вас ждут. Зайка, иди. Мама тебе подарочек подарила. Открывай. Что там? Смотри. Конфеты шоколадные. Ура! Смотри. Ура! Открывай. Смотри, какие там... Шоколад, любимый Дэнни. Хорошо, а еще что там? Шоколад, смотри, доставай. Доставай. Какая шоколадка? Что это? Это касса, твоя любимая. Любимая Дэнькина игрушка во всех детских заведениях. Да? Открывайте. Я ее везде беру. Денежки, смотри. Денежки, мы их вот так отрежем. Сейчас. О, смотри, тут даже карточки есть. Ой, карточка, глянь, прикладывай. Милка злится, что ей ничего не подарили. Мамачоли, вот и твой подарочек долгожданный. Я тебе его лично передаю, это я тебе дарю, это все тебе. Ой-ой-ой. Открывай. Ой-ой-ой. Вот там такое. Я не стала сильно запечатывать, чтобы не усложнять тебе задачу с открытием подарка. Надо мне усложнять. Что там? Ю-ху! Ты. Мила, уйди. Ты.
Это стабилизатор? Это стабилизатор, ура! Да. Теперь он твой. И компьютер. И компьютер. Я тебе дарю. Да, осталось сюда только установить программу, на которой ты работаешь. Мы сегодня... Ну, ты мне поможешь, это ты установишь, да? Да, мы сегодня, я думаю, этим займемся, так как мы сегодня домашний, у нас Новый год. Мы сегодня будем все изучать. Да, смотри. Все покажешь, как стабилизатором пользоваться. Вот он. Да. Ну, я тебе уже показывала. Но показывала, но я не смотрела и не запоминала. И телефон у меня был тогда старый, а сейчас новый телефон, теперь можно со стабилизатором. Все. Сегодня все будем осваивать, да. Как только встретим Новый год. Я тогда не захотела осваивать не стабилизатор получается. Из-за того, что шоколад. У меня был старый телефон, и он тормозит. Открываешь шоколад. Давай, откроем. Ну все, ты рада, счастлива? Да. Новый виток. Отлично. Шоколад без сахара, поэтому можно... Хочешь, попробуем вам шоколадка без сахара? Да, я чуть-чуть, дай укусить немножко. А, как вкусно. Цельный шоколад. Без сахара. Тебе вкусно? Бабушка тоже подарила целую кучу сладостей, но мы ее сейчас не достаем, Деньке, а выдаем по чуть-чуть, потому что он может все съесть. А я уже снимала, показывала девочкам подарочки, которые внукам я собирала. Да, так что... И вот это тоже сейчас вот шоколадку съест и спрячу. Выдавать. Что, классный подарок, Дэнь? Угу. Штука. Она должна быть... О, вот здесь точно. Только надо на нее наклеить. Молодец. Сейчас мы все установим, покажем дяде Витали, да? Как оно должно быть. В общем, мы собрали вот так вот базу. У нас остались некоторые детальки, которые мы не знаем, куда деть. И мы потеряли машинки, да, Дэня? Да. Где машинки? Вот один вертолет есть, а машинки нам в установке надо разложить. Мы не знаем. Самолет. В общем, ищем. Самолет. Прикольная база вообще получилась, классная. Еще доклеить. Вот они, мам, на этом. Вот такие, они вот такие же, как вертолетик, только по машинке. Дай. Маленькие такие. Итак, прибежали покушать. Мама там по картошку с мясом Деньки, а я оливье, конечно же, хочу объесться оливье прям. Вот мама говорит, что классное местечко, я думаю, со стороны... Попросила ее подснять немножечко, как это выглядит. Давай так. Другой ракурс. Сейчас я тут настраиваю немного. Я буду снимать сейчас подарок от Люси. Пришел ко мне подарок из Москвы от Люси. Вот, я готова его снимать. Так, вот нормально вот так вот или чутка выше надо? Ну тебе виднее там. Вот такой я придумала этот... Блин, как раз я сижу и вот видно мой этот... Короче, уютненькое местечко такое. Сейчас я сниму видео, и потом буду фоткаться вот здесь на фоне. Ёлочки. Угу. Итак, всем привет, мои хорошие. С вами Селена Свей. Сегодня у нас будет видео. Вот у нас тут установочка для съемок караоке новогодних. В общем, девочки, беда-беденушка. Видите, у нас здесь вообще такое местечко. Я прям уже тут вообще представила, как я буду петь. Тут еще и новый микрофон вот там вот свой. Короче, свой вот этот микрофон, вот этот вот крутой микрофон за 20 с лишним косарей. То есть он хороший, там звук кайфовый. Очень многие в профессиональной студии ставят его, да. Я его не смогла вообще никак подключать ни к колонке, к этой, ни к компьютеру. Я не смогла подключить. То есть я на него вот снимаю эфиры прямые, да, и вот, то есть там звук чистый, хороший, но вот так, чтобы музыка была караоке, я слышала, что-то у меня не получается. Ладно, оставила я эту затею. Этот микрофон тоже хороший. Это у нас Ultra Voice, что Behringer. Behringer, да. Тоже очень многие советуют его вокалисты для уроков, да, то есть я его брала. То есть такой бюджетный, хороший микрофон. Цена-качество, да, он стоит где-то 4-5 тысяч. Вот мы в него и поем. То есть, в принципе, я ощущаю звук хорошо, себя слышу и так далее. Но я-то планирую, девочки, а вам-то, понимаете, петь. Я попробовала через микрофон, вот дополнительные петлички, которые у меня. Я попробовала через обычный микрофон. Ну, такая лажа получается, девочки. Ну, это просто трындец. Я не я, понимаете? Ну, я и так пою не там, не супер-пупер. Но еще если звук вот это вот все там, то рябит, то кряхтит, то как в бочку пою, то вообще не туда, конечно. Поэтому извините. Я не знаю, как третий канал открывать. Я вообще хотела вот сейчас попеть песню, видите, уже 10 тысяч раз переоделась в разные платья. Хотела спеть, но когда послушала, думаю, о, не-не-не-не.
В общем, мне нужно будет настроить вот тот микрофон и попеть с ним. И в конце концов мне нужно настроить, куда вся эта запись будет идти, без лишних шумов, без лишнего вот всего. Я так такого качества видео я не хочу, конечно, отдельный канал открывать. Я хочу, чтобы там хороший звук был. Такое качество звука, да? Видео там хрен с ним. Вот звук важно. Вот, поэтому, в общем, буду еще думать над этим всем делом. Ну что, мы с мамой сидим. Сейчас уже должна Татьяна приехать с мамой. Вот, и что? Мы их встретим, потом проводим. Они поедут дальше поздравлять там своих родственников. Они так решили покуролесить на Новый год. Кстати, тоже хорошая идея. Дома не отмечать, а поехать к родственникам, к одним друзьям, ко вторым. И вот где-то уже засесть, остаться. И как только надоело, устали, вернуться домой и спать. Да, и все хорошо. Дома чистенько, и никакого шума, гамма. Правда, оливьешек не будет на утро. Вот минусочек. Ну, хотя мы, наверное, вообще все оливье съедим сегодня. Короче, все хорошо, настроение хорошее. Новый год еще не наступил, нет, сейчас только без 10-10, без 10-10, еще до Нового года 2 часа. Денька не спит, смотрит мультики, мы напились уже, у меня уже глотка болит просто. Я уже даже говорить не могу, сил нет. Короче, сейчас я переодеваюсь в пижаму, и все, и хватит. Вот там Деня пришел к нам. Дедушка Мороз или Снегурочка? Да. Ух ты! Кто это тут? Ой, Новым годом! Перекрестный влог с Новым годом! Я в модной пижаме, здравствуйте, Надя. Давай, дорогая. С наступающим! Привет! Ой, вы с гостинчиками. Это мама Света. Знакомьтесь, девочки. Мы к вам с харчами. Раздевайтесь. Такая вся модная крошка. Пижама пати, молодцы, девчонки. Да, у нас мы пижам... тоже почти так же собирались отмечать, но потом уже все-таки наготовили. Давайте, да. Надо съесть. А сами не хотим поправляться. Давай. Так, все, да. Давайте раздеваемся. Держите. Отлично. А у нас тоже, кстати, для вас подарочки. Давай. Тра-та-там, давай. Так, под елочкой подарочки. На, тебе красненькие. Да, вот давай. Бакай. Тетя Надя, вам, пожалуйста. Держите, сейчас я это уберу. Ой, мама, ладно, я ничего. Танюша, как тебе? Затестила ты наши... Это все мама готовила. Давайте стукнемся. Тебе нравится? Шикарно. Вкусненько. Как вам, тетя Надя? С наступающим. Вот так. С наступающим. Прошедший провожаем уже, да? Когда там, я все, не быстрее, знаю. Он уходит. Уже осталось ему чуть-чуть. Ему осталось чуть-чуть. Мы его прям задушим. Да? 20-й. Давайте. С Новым годом уже. Ура! У нас такая домашняя атмосфера, я в пижамочке всех встретила, все нормально. А что, сейчас очень даже модно. Я смотрела фэшн-стилистов, и они как раз показывали какие-то пижамные вообще на выход. Пижама специальная на выход, но она порой ничем от домашней не отличается. Я решила вот такой лук выбрать. А я выбирала, все свои платья поперемерила. Это давит, это короткое, это уже не модно. Я такая думаю, что надеть? Я надену я обычное все свое, просто мишуру. Видишь, все со вкусом. Когда не знаешь, посмотри. Что надеть, одевай мишуру и все, да. На Новый год. Все. Правильно? Ну, да. По праздничному, ну, конечно, да. Я же думала, елочные игрушки сюда повесить. Потом думаю, да ладно, что-то уже перебор. Елочные игрушки. Ну да, это же. А у тебя оно очень даже похоже на елочную, на елочку, золотую елочку. Все, зашибись. Танечка подарки принесла тоже, смотрим. Давай. Давайте подарки открывать. Ух ты, что-то красивое. Так, у нас здесь вкусняшечки, наверное. Ну-ка. Та-дам! Деня, смотри. Деня, смотри, сколько всего. Кися, на подарок. На подарок. Это от Танюши. Дед Мороз. Это Таня, а не Дед Мороз. И вот, смотрите, что нам. А у нас гости. Коллаборация блогеров. Да, я со съедобными сегодня подарками. Может быть, сегодня нам Танюша с мамой зашли поздравить нас с Новым годом. Шампусик, вино мы тестили уже с Танюшей накануне. Ух ты, красота какая. Да, очень вкусно. Денечка, слази. Шоколадки, гранатики, все, молодец. ЗОЖ. Молодец. Да. Спасибо, мам. 10 тысяч камер.
Будет целовать. Ну, так звезду ж снимаем. А я попаду к тебе, да, еще могу? И ко мне, и я к вам. Ты ко мне попадешь? Да. Так вот у нас такие вот съемки. Смотрите, вот как мы стоим. Вот так. А все друг друга, засняли. Ссылочки, под видео-то, да? Все оставят. Да, да. Моя солнышко, ты что-то съел? Ты что? Надо было и маме все камеры. А что там? А что тебе там не понравилось? Таня, что ему там не понравилось? Что это такое? Какую-то конфету разве? Шипучка. Шипучка. Так, Дэнь, дай я мама будет выбирать. Вот, смотрите, зайки, панорама какая у нас. Обалденная, просто салюты бьют. На 3 сколько салютов? Ну не на 360, конечно, красок, на 180. Вон, Денька пришел. Вон салютики. Салюты, Дэнь. Видишь, сколько салютиков? Класс. Вон, смотри, вон туда. Вау. Ну, видишь, какие салютики? Салют. Ой, красиво. Как. Это с Новым годом. С Новым годом. С Новым годом. А вот чем прекрасно 1 января. Смотрите, как мы тут устроились на диванчике. Бабушка тут лежала, сначала я пришла, потом Данька пришла, нам стало мало места, и мы раздвинули кровать, и все вот. Бабушка тут смотрит старые фильмы, и мы хотим. Данька, ложись, кись. Иди на подушечку, ложись, пусик. А, маме одеяло не надо, да? Ой, еще глаза опухшие, время 12 часов. Глаза слипаются. И сейчас самый кайф пить кофе и кушать вчерашнюю еду. В этом есть свой шарм. Вот правда. Именно вот оливьешечку, винегретичек и курочку, картошечку, и все у нас уменьшительно ласкательное. Да, это наша фишка. Мы смотрим фильм «Люси». Это у меня кусюнечка моя. Кусюнечка моя. Вот так вот нам хорошо. 1 января. Так, ну что, время у нас сейчас. Сколько? 6:30 вечера. Денечка, есть виноградик баранки. Мы тоже виноградик, вот с мамой тут мама намыла. А сейчас будем смотреть фильм «Зов предков». Бредкой. «Зов предков». 20-й год я только увидела. «Зов предков», да, вот включили. Будем смотреть. Сейчас посмотрели «Герой». Нам понравился. И посмотрели «Люси». Старый фильм. 14-го, по-моему, года. Тоже понравился. Вот, короче, мы валяемся, ничего не хотим делать вообще. Развалили дела. Да, это же уже давно показывали еще утром. Ну, как мы о нем вот так вот всей семьей лежим, не показывали. Почему? Показывала? Да. Угу. Ой, виноградик очень вкусный. Девочки воспользовались только что доставкой «Пятерочка». На свой второй канал сняла распаковочку. Все там говорю, какие сроки, как, что, плюсы, минусы. Впервые воспользовались. Так что проходите на второй канал, ссылка под видео, смотрите. В общем, дорогие мои, 1 число уже закончилось. Сейчас 00:10, уже 2 января. Я думаю, буду заканчивать этот влог. Целый день мы сегодня с мамой смотрим фильмы, кайфуем, едим. Мне кажется, я поправилась на килограммчик точно. Денечка уже спит. Мама тоже засыпает, идет спать. А я тут это Шерлока смотрю и думаю, что надо закончить влог вам и начинать его монтировать. Вот. Еще раз поздравляю всех с Новым годом. Желаю всего самого прекрасного в этом году. Пусть этот год просто порадует нас всех. Конкретно прям порадует. Чтобы мы прям сказали, 21-й лучший вообще год из всех. Все, я вас люблю, целую. Впереди много видео. Будет новых и интересных. Поэтому обязательно ставьте лайк, подписывайтесь на канал. А в комментариях пишите, ну, можете кратко. Кто хочет расписать, распишите, мне будет интересно почитать. А так просто интересно, кто где отмечал Новый год. Кто тоже дома в пижаме был, а кто-то, может быть, в ресторане и известных певцов каких-то слушал. А кто-то, может быть, уехал за границу вообще. Очень интересно. Пишите, почитаю. Люблю, целую.
Пока.